Совсем скоро на телеканале НТВ состоится премьера сериала «Заговоренный». По сюжету, когда немецкие захватчики приходят на Дон, герой Первой мировой войны Семен, не упокоя, собирает казачью сотню и встает на защиту родного края. Опыт сражений с немцами в 1914-1918 годах, за которые бесстрашный и смекалистый воин получил прозвище «Заговоренный», помогает его сотне побеждать немецкие части. В 1942 году, хотя у немцев теперь и танки, и пушки, а у казака все те же шашка, конь, да степь кругом. Чтобы сломить сопротивление заговоренного и его верных бойцов, враг бросает превосходящие силы и технику во главе с опытным командиром-полковником Риттером, у которого свои счеты с неупокоем еще с Первой мировой войны. Главные роли в картине исполнили Александр Дьяченко, Михаил Хмуров, Тимур Базинский, Михаил Владимиров, Светлана Богданова и другие. Премьера сериала «Заговоренный» состоится уже осенью 2023-го. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.